Всем привет! Это Даня. И это тоже Даня. Даня. И мы только что пришли с уборки, и нам очень холодно. Просто. Короче, это Википедия брейкданс. И сегодня я хочу вам рассказать о таком направлении, как футворк. У нас камеры очень мало места, осталось всего 2,5 минуты, так что будем говорить быстро. Футворк. История. В конце 60-х годов в Бронкс с Ямайки перебрался грамотный черный пацан. Звали его Кул Хер. Традиционный Кинг Хостингс. Личный танцулик. Кинг Хостингс – столица Ямайки. На этих тусах диджей крутил пластинки. На этих тусах диджей крутил пластинки с регги музякой. А поэты вживую начитывали, поэму. И весь смак был не в самой музыке, а в независимости этих мероприятий. У вас минута! В больших клубах и еще подойди! И в общем, у вас осталось всего 1 минута, это просто респект. В начале 70-х годов, положительно, в 1972 году, на таких вечеринках появились первые бибои. Танцоры бибоинга и брейк-данса. Начало футворка примерно 1974 года, с 1975 года, когда какой-то бибой неожиданно опустился вниз на пол, начал что-то там перебирать ножками. Так появился футворк. Поначалу это было не особой базой, но потом получили всякие призы после этого. Вообще, у нас осталось 30 секунд. В начале 70-х годов, предположительно, 1972 на 1974. Все, стой. Короче, вы, наверное, ни хрена не поняли. Если что, ссылка на эту информацию будет под видео. Так что все, его зовут Даня, меня тоже Даня. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.